Давай, 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 давай. Отлично, током пришельца ударим. Током, на тебе, на. Всех пришельцев перебью. Ударю током всех пришельцев. На. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами Юра, и сегодня мы продолжаем играть в игру Swamp Attack. Так, ну что ж, игра у нас взломанная, повторюсь. Мы с вами уже дошли до 4-го эпизода. Давно мы с вами не играли в эту игрушку. Ну что ж, давайте попробуем, на что она у нас способна, в принципе, и посмотрим, что мы здесь имеем. Ого! Так, а что это у нас? Пулеметы есть. О, отлично. Пулеметами отлично выстреливает. Просто супер. Так. Что у нас есть? У нас есть бомбы-вонючки. У нас есть самолеты. Ого, сколько крокодилов. Опять эти крокодилы с дуршлаками на голове. Давайте им рой пчел. Пускай их пчелы просто тут съедят. Давайте, давайте, ешьте, ешьте этих злых и нехороших крокодилов. Так, холодильник им на голову. Бабах. Так, бомба-вонючка. Бомба-вонючка. Опять ой, пчел. О, ребята, крокодилы, короче, с какими-то антеннами на голове. Я такого еще не видел. Вот это прикольно. Так. Так, а что это у нас такое? Вау. И даже эти идут. Бобры. Или это не бобры, это какие-то такие, я не знаю, животные. Даже они идут с на голове с такими антеннами. Какими, которые ловят прием какой-то. Так. Что ж, отлично. Первый уровень. А, 4 и 1 уровень пройден. Ну, эпизод 4, уровень 1 уже пройден. Так, что мы можем здесь взять? Не хочу я вот эту и не хочу я, наверное, пулемет. Я хочу взять, наверное, мы берем, я хочу взять кислотомет. И я хочу взять... Наверное, косморужье, которое космическими этими стреляет. Молниями. Так, ну что ж, у нас тут бобры. Сейчас будут, на голове у них будут какие-то антенны. И давайте будем их реально мочить. Так, самолет. Отлично. Все, давайте кислотометом их забомбим. Давай, 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 кислотомет. Пошел. Кислотомет отлично справляется со своим заданием. И... Ого, ребята, какие-то новые летающие штуки появились вместо комаров. Это летающие тарелки какие-то. А сверху у них шлемы какие-то защитные. Это какие-то летающие тарелки, которые хотят нас просто уничтожить. То крокодилы были с дуршлаками на голове. С такими штуками. А теперь крокодилы с вот этими штуками. Ой-ой-ой, ребята. Надо поменять бомбы. Лучше взять нужно... динамит, чем вот эти вот вонючки, потому что бомбы вонючки мне уже надоели. Отлично, отличненько. Так. Так. Подождите немножко. Так, что у нас? Ага, уточка. Отлично, все. Так, все нормально. Так. Всего 3720. Так. Это хорошо. Давайте на следующий уровень. Так, давайте поменяем, наверное, взрывчатку. Так, нужно взять нам бомбы-вонючки. Мы выкинем. Динамит возьмем. И, наверное, мы выкинем... Наверное, вместо холодильников мы возьмем батареи. А вместо... Улья, возьмем ядерную бомбу. О. Это будет самым таким лучшим решением за всю историю нашей игры. Так, ну что ж, уровень уже у нас третий.
Давайте, ребятки, посмотрим, что нас тут ждет. Ого! Стреляем, 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 отстреливаемся, отстреливаемся от этих летающих, короче, штук, которые хотят нас реально... Я не знаю, хотят нас реально уничтожить. Так, давайте возьмем космооружие и посмотрим. Током, о, ребята, посмотрите, мы их бьем током, а у них скелеты. Видны скелеты, черепушки ихние, вот это прикол. Таких приколов я еще не видел, парни. Давай, бей током их, давай, давай. Бей током, давай, уничтожай их, чтобы не было никаких проблем с ними. Давай, 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 давай. Так, бросаем динамит. Самолет в бой. И давайте батарею. Вау, отлично, сколько монет. Посмотрите, я заработал. И еще один самолет. Так, что у нас здесь? Кислотомет. Давай, кислотой, 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 кислотой. Отлично, ребята, мы прошли этот уровень. Просто супер, продолжаем играть дальше. Так, ну что ж, что у нас здесь взять? Боеприпасы берем. И боеприпасы берем. Все, теперь едем дальше. Мы уже дошли до 4 уровня. И там какой-то такой непонятный стоит чудовище. Какой-то инопланетянин, что ли. Вот, это новый вид, ребята, это новый вид пришельца. Это новый вид пришельца. Вон он вместе с крокодилами пытается пройти к моему болоту и захватить мой дом. Но мы, естественно, ему не дадим. Так, от нового вида нас будут спасать вот эти аккумуляторные батареи, которые будут бить их током. Это единственный, пожалуй, шанс мне вступить в бой с этими гигантскими штуками, которые просто хотят нас уничтожить. Так, поехали. Мы можем также бросать гранаты, пока их бьет током. И их будут уничтожаться все. Да. Ого, ребята. Тяжело уничтожить новый вид радиоактивного пришельца. Вот они, фиолетовые. С... 7 глаз у них, ох, много у них глаз, посмотрите. Оборону, держим оборону, держим оборону, только не сдаемся, только не сдаемся. Так. Что у нас здесь? Аккумуляторы, аккумуляторы в бой, аккумуляторы пошли. Все, самолет еще один. Все, отлично, отлично. О, отличненько прошли этот уровень. Так, едем дальше. Мы уже прошли 5 уровень, да? Или 4 это был, я уже не помню. Так, давайте боеприпасов наберем. Нет, а что я... Самолет, что? Куда я дел самолет? Мой самолет. Хочу назад самолет. Так, все. Теперь в бой. Так, что ж, ребята, уровень 5 НЛО. Ну, НЛО мы уже проходили с вами. Мы знаем, что они у нас сейчас заберут все оружие. И нам придется отбиваться непонятно чем. Ну что ж, посмотрим. Оставили совсем... А, нет, ничего они мне не оставили. У меня только дробовик. О, есть у нас... У нас все оружие позабирали, ребят. Давайте током будем бить крокодилов. Все, у нас только остался дробовик. Надо только дробовиком отбиваться и пробовать... Чтобы... О, НЛО, НЛО, берем. О, отлично, атомная бомба, ребята, атомная бомба. Давайте атом к ним. Пабах, ого, вот это радиация. Аж почернил экран, ребята, аж не цветная, стала гамма. Так, оп, еще одна бомба. Радиоактивная атомная бомба, все. Так, отлично, 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 отлично. Так, 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 отлично. Оп, аккумулятор, аккумулятор бросаем, пускай их бьет током. Ага, посмотрите, какой скиллы лет у того чувачка был. Вот это прикольно. Так, 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 так. Куда ты летишь? Куда, куда, куда? Давай ты мне не рассказывай. Да, круто, 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 круто. Отбиваемся, отбиваем. О, летающая тарелка, сбиваем ее опять. Сбиваем ее опять и... НЛО, 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 давай, давай.
Эти мутанты, интересно, связаны как-то с пришельцами, с этими, которые летают? Мне просто интересно. Вон, смотрите, летающих тарелок моря. Они как-то связаны с этими мутантами? Наверное, да, потому что здесь и атомные бомбы, и чего здесь только не было. Здесь было, пожалуй, все. НЛО потерпело крушение, и оно нас порадовало подарками. Мы забрали назад свое оружие, которое они у нас же и забрали. Так, отлично, все у нас на месте, кроме аккумуляторов. Давайте аккумуляторы мы... А где аккумуляторы, ребятки? А, вот они. Все, отлично, аккумуляторы мы взяли. У нас открылись еще быстрые миссии, которые мы потом обязательно пройдем. И мы уже на 6 уровне с вами. В 4 эпизод, 6 уровень. Так, называется он «Близкие контакты». Ну да, это уже означает, что это пришельцы. Короче, ребята, я так понял, что вот эти радиомаячки, которые на голове у бобров и у крокодилов, и у всех животных, которые пытаются на нас напасть, это НЛО поставило эти маячки для того, чтобы сделать суперсолдат. Короче, чтобы управлять ними. Просто так никто никогда не нападает. А НЛО манипулирует зверями, которые находятся в лесу. И таким образом пытается... Ой, давайте током вас всех перебью сейчас. Давайте, подходите. Сейчас мы закидаем вас аккумуляторами. Пускай вас бьет током. Ребята, посмотрите, какие смешные скелеты у бобров. Какие два зуба больших. Вот это прикольно. Ох, ребята, подождите, нате вам самолетик. Вау. И атомку сейчас скинем еще в придачу. Или не надо? Давайте пока не будем. Давайте током вот этих прикольных чувачков. Давайте будем мочить. Круто. А откуда вы беретесь? Я всех током перебью, ребята. О, отлично, прошли уровень. Так, нам нужно взять аккумуляторы, потому что у нас уже закончились. И у нас закончился самолетик. Так, где наш самолетик? Вот он. Все, поехали дальше. 7 уровень, ребятки. 7 уровень. Круто. Так, мы уже дошли с вами до 7 уровня. И на 7 уровне нас тут ждут плавающие скунсы, которые хотят нас уничтожить. Так. Ого, ребята, новые пришельцы. Новые пришельцы с атомными бомбами. Вот это да, вот это я еще такого не видел. Ребята, у них на борту атомная бомба. А это означает, что если они подойдут к моей обороне, мою оборону просто-напросто уничтожат. И я тогда проиграю, я всех током перебью. Всех перемочу здесь. Всех перемочим, никто не пройдет. Всех перестрелим. Да. Ух, ребята, надо... Потому что если они дойдут с атомной бомбой, мне просто кранты, блин. Они взорвут атомную бомбу у меня на болоте, и мой сарай, мой дом разлетится в разные стороны. И мне тогда нужно будет делать кучу всего. Надо будет восстанавливать все. А, они же и меня прибьют. Тогда уже все, никакой жизни не будет. Ого, ребята, посмотрите, сколько их. Надо кидать атомную бомбу, потому что я не выдержу. Все, мы кинули на них атомную бомбу. Их вроде бы стало немножко меньше, но тем не менее, все равно их очень много, ребят. И нам очень сложно с ними сражаться. Так, давайте кислотометом. Кислотомет еще кислотой кидается еще нормально. О, опять идут. Давайте цеплять его. Фух, так. Супер. Отличненько, ребятки, 7 уровень пройден, и мы уже дошли с вами до 8 уровня. 8 уровень, я считаю, должен принести нам куда больше разных побед. Так. Подзаряжаемся и вперед на 8 уровень, ребятки. Так. Смертоносное болото называется этот уровень. Ребята, здесь уже сразу идут эти крокодилы нехорошие, которые пришельцы манипулируют ими с помощью вот этих датчиков на голове. Мы их будем бить током, потому что ничего нам больше не остается, как просто накидать туда кучу аккумуляторов, пускай уничтожают крокодилов. С
сами. А мне только зарабатываются таким образом монетки. Круто. Не правда ли? Так, тихо. Так, а ну самолет в бой пошел. Сколько можно? Атака с воздуха! Бабах. Так. Ребята, идут эти новые пришельцы, надо их перемочить, чтобы они не попали на мое болото. Фух, ребята, уровень 8 пройден. Круто. Так, погнали. Так, берем боеприпасы, берем аккумуляторы. Да и все, хватит, в принципе. Поехали, посмотрим. Так, 9-й уровень. Так, погнали. Район номер 9.2. Так, новый район какой-то, может, несколько новых пришельцев встретим. Ахахахаха, пускай вас толком бьет. Нате вам атаку с воздуха. Прием, прошу поддержки с воздуха. Получай. Еще получи. Ребята, это какой-то пришелец одноглазый. Вы видели, который выныривает из воды? Вон он. Фух. Он попался на бомбу на мою. Вот это да. Новый пришелец, который выныривает из воды. Вот это да. Вот он. Вы видели? Второй. Вот это да. Пришелец. Откуда он берется, этот пришелец? Давайте мочить их всех. Тишина. О, вот он, этот пришелец. Давайте убиваем его, этого пришельца. Посмотрите, крокодилы опять идут. Давайте эти крокодилы, вон пришельцев. Эти пришельцы одноглазые уже задрали. Надо их всех перемочить. Давай. Отлично, током пришельца ударим. Током, на тебе, на. Всех пришельцев перебью. Ударю током всех пришельцев. На. Получай. Все, ребятки. Мы выиграли. 9-й уровень пройден. Это просто отлично. Это просто не может не радовать. Это просто круто. Так, ну что ж, давайте на 10-й уровень НЛО. Так, ну что ж, уровень НЛО — это очень серьезный уровень. Каждые 5 уровней такой уровень у нас есть. У нас НЛО забирает, как всегда, наше оружие. И оставляет, естественно, нас самим ружьем. Иногда мы можем выбивать чуть-чуть немножко что-то. Ну вот, например, он пришелец, смотрите. Так, будем с дробовика валить этих пришельцев. Которые идут. Непонятно откуда. Вон опять с дуршлаками на голове идут крокодильчики. Опа. Эти заряды. О, ребят, вы видели? Мы когда бьем током вот этот новый вид пришельца, у него вместо скелета какие-то гаечные ключи в середине. Вот это прикол. Таких приколов я еще не видел, парни. Так. Дайте же мне перемочить. Забрать же всех. Ой-ой-ой. Поддержка с воздуха. Пошел. Поддержка с воздуха. Отлично. Током. Бьем всех. Да, ребятки, мы прошли с вами этот уровень, да? Да, НЛО. Поддержка с воздуха. Супер. И атомную бомбу. И, как всегда, крушение НЛО произошло. И мы с вами дошли до 4 эпизода и 10 уровня. Отлично. Так, ну что ж, дорогие друзья, половину 4 эпизода мы уже с вами прошли. Осталась еще половина, которую мы пройдем обязательно в следующем выпуске. Этот выпуск подошел к концу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх, оставляем комментарий. И не забываем смотреть мои другие серии. До скорых встреч, дорогие друзья!